Дело, Андрюх. 140 толкал, 10 подходов я. Молодец. 10 так и надо толкать, да, 10? Нормально? 10! Я буду на соревнованиях просить 10 подходов. На толчок 10 подходов. А еще хочу сказать вам. Сегодня приехал заниматься Епифанов Павел. Всем привет. Старейший спортсмен нашего города. Кандидат или мастер спорта? Да, старейший. Паш, спортсмен. Ты мастер спорта? Нет. Ну почти мастер спорта, это не важно. Почти. Почти гол забили, почти чемпионами Европы стали. Вот, он разминается, у него новые фирменные штангетки. Трико. Трико, значит, да, все, у него все в плане экипировки готово к выполнению. Мастер спорта. Да. Россия. Все, потом будет продолжение. Вот первые движения Павла. Какие правильные движения. Незабытые. Какие несуразные движения Павла. Вот это Марков по системе Китаюз занимается. Делает наклоны. Боковые наклоны или наклоны в бок? Как правильно? Инструктор. Наклоны боком. Наклоны боком. Пресс, наверное, качаешь, да? Простые мышцы живота. Ну, пресс, короче. Да. Пыхтит, значит, нагрузка идет. Укрепляет. Укрепляет он, да. Межпозвоночные диски. Если повезет, штанг. Если повезет, то они укрепятся. Если штанг поведет, чтобы он был готов ее с ним помочь. Ничего, нормально все. Все правильно. Для позитива. Марков, смотри, сейчас что-то скажет. Я восхищаюсь. Правильно. Подъемами Паши. Правильно. Ничего не сказал. Восхищаюсь. Вообще коря. Четкие, уверенные движения, да? Машина на коря. Все. По кратчайшей траектории, четко вверх. Легко, Андрей? Вот так вот. Это покурить бы или выпить? И то, и другое. Нет. А что? Я топлив включил. Павел большой вес рвет, смотрим. Опа. Опа. Вообще уходы. Длиннее, Паш. Еще можешь длиннее. Используй ноги, ты же высокий, Павел. Сейчас поинтереснее. Тут вот этот момент чуть-чуть потерпишь, как бы, и будет легче. А ты его наоборот. Вот чуть-чуть просто потерпеть как раз концовочку. Сейчас я покажу. Вот так вот. Смотрим внимательно. Концовочку. Смотрим внимательно. Концовочку. Протяжку сделай.
только 80. Вечно у тебя условия какие-то. Ну, а почему ты мне заставляешь? Ты международного класса или какого? Я нет. А где тут показывают, что снимает или нет? Там вверху будет написано. Запись. Ага, уже снимают тебя. Саш, что-то я не могу здесь. Давай разворачивайся в другую сторону, отсюда ни хрена не видно. Половина тебя. Так даст отдадю, да, Андрюх? Легко. Сейчас готов. Вообще. Последний сейчас. Опять твой. Поджималочка. Попу. Стрелимся. Сисяй. Давай, блядь. Не матерись. Еще раз! Ну как? Заходи, заходи под нее. Это... Саша, передай привет родным и близким. Саша, хватит улыбаться. Рви давай. Второй поинтересней. На усталости. Тебе Корытик рассказал, да? Нет. Я не знаю, что. Что такое на усталости? Я не знаю, что такое усталость. Ну, смысл-то ты понял? У меня ее нет. А ты специально говоришь «а-та-та-та-та»? Легко. Многие так делают. Это специально или просто так получается? Это как он? Чё? Реактивный двигатель, как работает? Ясно. Андрюх, посмотри, Паша 70 поднимает. Потерпеть, Паш. Не надо дрыгаться с ним. Неплохо. Еще можешь подлиннее. Выпрямись, выпрямись. Почувствуй, что ты выпрямился. Вот выпрямился, а ногами опять шлёп. Здесь я выпрямился, а потом прыжок тут пошел. Да. Видел? Да. Уф. Какой-то крутой гаджет. Ну какая-то новинка, сразу видно.
Так, ну все, посерьезнее. С необычным звучанием, да? Серьезнее. Полифония. Симфония. Ху! О! Еще речь, еще речь. Слабая резкость, нужна а сильная. Не надо резкость. Не надо резкость, не надо быть резким. Так, что надо? Надо быть техничным. Так. Марков рассказывает секреты. Техничным. Техничным. Угу. Резким. Угу. Можно промахнуться, когда резко. Ясно. Здесь надо четко попасть куда надо. Чувствовать, что делать. Все легко. Сразу понимаешь. У меня уже тумблер отключился. Рэдбулл закончился. Скрытая реклама. Ну я тогда тоже последний подход сейчас делаю. Энергетика. Ну как? Сейчас, блядь, пятым бы порвал. Саша Захаров пытается побить мой рекорд. Есть новый рекорд. Французский мультфильм, ну, вспомни хотя бы Олега Смирку, как он на французский шансон тут наяривал, да? Я помню. Помню все прекрасно, ну, а Святослав Вакарчук взял и запел тоже на буржуйский, на французский манер. Ничего удивительного, это атавизм, называется, после великого переселения народов. Да, да, конечно, а ведь галы, вот эти вот все, они ж пошли тоже из Карелии. Иначе по-другому я не могу объяснить ничего. Вот эта история этих мал, ну конечно. Ну вот взять, например, вот эту штуку кораблей. Ну в открытом море, как она называется? Рандеву, да? Вроде французское слово. Но мы видим в карельском языке слово «ранду» – «берег». Если ваша рандеву встречается друг с другом на рандеву, да, они обретают берег. Но рандеву, понятно, что там французско-карельский. Пожал руками, вытолкнул. Я ее ловил еще так. Он нас всех заставляет так поднимать. Чем ты? Да, кого хочешь заставить, да? Как у него итоги? Святым духом.